Наверное, я не открою вам тайну, если скажу, что у каждого человека есть руки. Руки у людей разные, и дела они делают разные. Кто-то пишет, а затем мир узнает что-то новое. Кто-то протягивает другим руку помощи. Кто-то творит, создавая шедевры искусства. Есть руки музыканта. Они извлекают самые яркие ноты и доносят их до наших сердец. Есть рабочие руки. На них не всегда есть мозоли, но их всегда замечаешь. Бывает, наши руки могут поставить шах на черно-белых клеточках жизни. Или взять и выбросить все ненужное. И еще великое множество различных дел, которые мы не всегда можем увидеть.